лето, есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Здравствуйте, дорогие мои! Вы смотрите передачу «Лаврские встречи». У нас сегодня в гостях русский певец, регент церковного хора Сергей Русанов. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Мы с Сергеем встретились на Александро-Невском фестивале, там за кулисами, в кулуарах, если так можно выразиться. Сразу у нас возник с ним контакт, такое ощущение, что мы друг друга давно знали. Я сам человек открытый, и Сергей, видимо, точно такой же, но что-то есть такое в этом общее. Сергей, расскажи немножко о себе, чем ты сейчас занимаешься, как ты пришел? Вот. Ну, отец Анатолий, прежде чем мы с вами встретились вот в прошлом году, я уже некоторое достаточно продолжительное время являюсь и певцом, солистом, концертирующим на различных концертных площадках, ну и регентом хора более 10 лет. Эти два пути как-то позволяют мне развиваться, и эти два пути сообщаются между собой вот, в какой-то мере. Вот, наполняют один другой, один другого. То есть для своих песен я ищу возможности и духовной поддержки в церковных молитвах и в общении в церковном общении. Ну и, конечно же, участие в богослужениях. Участие в богослужениях накладывает определенные обязательства по музыкальному усовершенствованию и владению голосом определенному. Вот так эти два пути во мне вам не мешают, да? Во мне идут и параллельно, и пересекаются. В общем, плодотворно влияя один на другой. У тебя существует определенный духовный репертуар, да? Да, конечно, духовный репертуар существует, и я взял в репертуар духовные песни сравнительно недавно для себя. Сравнительно недавно, и благодаря этому мне удалось поучаствовать в замечательном Александро-Невском фестивале и в других фестивалях, ну, например, Невские купола, здесь же в Александро-Невской лавре проводился, ну, на других концертных площадках. А, ну, никакого тебе нет противоречия, бывает что-то в светской музыке, страсти воспевают какие-то, какие-то чувства. Ну, разумеется, романсы – это чувственная поэзия. Сфера, да. Да, поэзия, которая воспевает чувства, но основной задачей в своей музыкальной деятельности, которая, скажем так, во многом проходит и вне церкви, я вижу возвышение чувств человека вот через душевное к духовному. Это романсы, это некая ступенька такая, которая позволяет в конечном итоге цель их духовный мир, духовные песни. Это я для себя так решил. Я думаю, это не только с тобой происходит, да, со многими людьми, они как бы это такой путь восхождения. У тебя такая есть песня в твоем репертуаре, называется «Откровение».
Она написана Александром Барыкиным. Да. Тоже вот для меня это было открытие, что Александр Барыкин – эстрадный певец. И о душе, ну, вдруг задумался, заговорил какой-то период своей жизни. Видимо, это у каждого тоже есть такая, можно сказать, интимная сфера, да? Немногие говорят об этом. Ну, ты вот сейчас находишь смелость, да, такой и духовный репертуар. Да, ну, для меня также явилась эта песня открытием в какой-то мере. Видимо, в завершающий период своего творчества Александр Барыкин написал эти песни, он сам целый альбом он написал. Вот. И с этой песней я выступил на фестивале «Невские купола». Ну, наверное, ее можно исполнить, будет уместно очень. Александр Барыкин. Откровение. Ясный месяц золотой, в далеком храме где-то молится святой, среди других свечей. Я снова с музыкой моей, и, может быть, я не увижу никогда святых небес, нерукотворные города, духовный и мирской, духовный и мирской. Я полон русскою тоской, я полон русскою тоской. Свят, свят Господь Иисус Христос. Свят, свят Господь, а это трепет. Живая вода, я никого не осуждаю, не кляну, лишь с тихой грустью трону верную струну, она ответит мне. Все пролетело, как во сне. На небе звезды, ясный месяц золотой, откуда слышу я опять мотив простой, то плачет север мой, вздыхает север мой прозрачной русскою слезой. Прозрачной русскою слезой. Свят, свят Господь Иисус Христос. Свят, свят Господь, а это трепет и дрожь. Вода, живая вода, живая вода,
милости, Господи. Мне хотелось бы расспросить тебя о твоем регенском служении. Свято-Троицкое Сергия Пустыни, да? Да, совершенно верно. Стрельня. Ты говоришь, что 10 лет там уже регентом. Как это тут? Ну, больше 10 лет, в общем-то, с небольшими перерывами я на этом служении нахожусь. Угу. Это временами бывало нелегко очень, очень нелегко. И, конечно же, это коллектив, общение с людьми. Да, вот это всегда это... Ты погружен в какие-то свои дела где-то, и каждый из участников коллектива где-то со своим багажом приходит в храм. Сейчас время идет Великого Поста. Что для тебя пост? Соблюдаешь ли ты сам пост? Как у вас там на клиросе какие-то с этим сложности есть? Ведь разные же люди. Бывает человек... Ты же сказал, что... Для тебя очень важно, чтобы была духовная, да, состояние, составляющая. Бывают люди профессионалы. Вот. Как ты там улаживаешь все? Ну, я так скажу, что с разными людьми приходилось общаться за это время, которое я провел в служении регенском. Ну и будучи певчим еще раньше. Вот. Сейчас коллектив подобрался в основном с таким устремлением, в котором духовная составляющая является основной. Вот. И все понимают, ради чего они собрались. Вот. Никому не приходится это объяснять. Хотя надо сказать, что в разных храмах было по-разному. Но сейчас, вот, сейчас слава Богу, это именно так. А ты сам же должен являться примером, можно так сказать. Конечно, да. По идее, вот по-хорошему, да, я во многом должен служить примером. Значит, ну... Что вы говорите, соблюдали я пост? Да, ну, да. Конечно, не совсем и не всегда я именно пост в пище могу соблюдать. Но что касается... Что касается общего устремления, конечно, для меня пост – это благодатное время, как и для многих православных христиан, которые, в общем-то, даруются нам Богом, даруется такая возможность, которая может привести нас при нужном расположении к очищению от страстей. Ну, и там много песнопений, которые подвигают человека на молитву. Да, да, конечно. Начиная с канона Андрея Крицкого. Да, да. Ну, это уже все придумано до нас. Нам главное это все воспроизвести. Да, и создать, достаточно. Да, и создать правильный настрой. Вот, у тебя есть песня, да, о молитве. Ты сегодня хотел... Да, «Время песни. Первой молитвы», песня моего друга Игоря Славича. «Время первой молитвы». Наверное, она к постному времени очень даже подойдет. Пожалуйста. Давайте напомним эту песню. Время первой молитвы пахнет воском и ладаном, а дороги разбитые сапогами солдатскими. По старинке Россия то воюет, то молится, здесь раздолье Мессия и разбойничьим вольницам. Здесь у каждой дороги есть свой крест на обочине, здесь на каждом пороге и кляли, и пророчили. В небесах предрассветных виден лик Богородицы,
от войны и от бедствий, сохрани мою родину. Здесь на тихом погосте мой отец лежит с дедами, много лет к нему в гости, все никак не доеду я. И в преддверии пасхальном я живу нераскаянным. То ли доля такая, то ли сердце окалина. Землею разлито, словно масло лампадное, время первой молитвы с легким запахом ладана. Господи, мне как священнику задают часто вопросы, особенно когда пост начинается, люди разные, которые уже по 20 лет, по 30 постятся, и которые только начинают, приступают к этому. Очень много вопросов у людей. Ну, я им говорю, что самое главное, это, конечно, благословение. Потому что многие занимаются самодеятельностью, даже уже давно постятся, и даже не знают, что надо брать благословение на пост. И у каждого есть своя мера поста по мере духовного возрастания, здоровья, состояния здоровья. То, что можно повредить самому себе, это духу прежде всего повредит, а потом уже телу. Ну и еще я рекомендую, чтобы каждый человек пересмотрел свои страсти, что им больше всего обладает, и на это обратить внимание в пост. Не то, что ты сейчас есть чего-то не будешь, и вот не буду я есть мясо. И такой это великий какой-то подвиг. Ничего подобного. Люди, которые занимаются физическим трудом, дети, их лишать питания, роста. Пересмотреть свои грехи. Что тобой обладает? Я думаю, что каждый человек найдет какой-то грех. Пьяница, хорошо бы прекратить это дело на пост. Курильщику сократить курение. У кого-то похоти разжигаются. На это надо обратить внимание. Немножко замкнуться, затвориться. Меньше общения, меньше развлечения. Чтобы это действительно принесло пользу. Для души. Ну и, конечно же, надо научиться нам молиться. Так молиться научиться, чтобы Господь нас слышал. Это как котенок, да, если он запищит, вот мы идем в подъезде, пищит котенок, и мы же обязательно обратим внимание, где там котенок пищит, и посмотрим туда. Оказывается, там голодный, дрожащий котенок, мы его обязательно возьмем домой, помоем его, накормим, определим куда-то. Так и молитва человеческая. Человек должен запищать. Сказать: Господи, я такой грешный, немощный, помоги мне. То есть обращаться прежде всего к Господу, а не так, что я что-то достигну, чтобы не было фарисейства в нашем таком в постном подвиге. Подвиг – это же двигаться, да? Подвиг – это ты сдвигаешься из своего болота такого внутреннего, состояние самолюбия, эгоизма. Ты пытаешься вылезти поближе к солнцу, к солнышку. А солнце наше Господь. Всегда очень хорошо. И очень важно, чтобы это все было искренне, а не по букве. Вот к этому вот я как священник всегда призываю. Я вот еще в каждой передаче я делюсь тоже с теми, с кем общаюсь, песнями своими. Все думаю,
когда не кончится, что я буду делать? Ну вот мне вспомнилась сочините песня. Сочините новую, батюшка. Да, вот я сейчас ее сочиняю. Но это тоже не должно быть обязанности какой-то. Я не хочу себя вымучивать. Песни, они как дети, они рождаются. Да. И их надо вынашивать. Они скороспелые, каждому плоду свое время. И у меня есть песня, она называется «Как хочется жить». Размышления. Спасибо, Господи, батюшка. Продолжим дальше наш разговор. О чем ты сейчас, вот, что для тебя сейчас очень важно? О чем ты думаешь? Чем живешь, дышишь? Ну, для меня, конечно, важно в первую очередь, музыкальном в моем творчестве быть цельным вместе с моим, как бы, вообще с моей жизнью. То есть мне важно, чтобы все песни, которые я пою, исходили из глубины души, чтобы отражали мою душу. Конечно, в любом человеке много несовершенства. И там я не буду свои несовершенства отображать в песнях, но я буду стремиться к лучшему, наоборот, и призывать всех людей к этому. А тебе не хотелось бы, чтобы твоя жизнь превратилась в служение? Ну, в определенной степени, да? В определенной степени уже так сейчас и есть. Но вот вот это сочетание мое в жизни, служение в храме и служение, как бы сказать, на эстраде, что ли, вполне вот сейчас как устраивает, что ли, меня, ну, отражает мои искания сегодняшнего дня, отражает вполне. Не знаю, что будет в будущем, батюшка, возможно, какие-то будут... Вдруг будут какие-то музыкальные эксперименты, или наоборот, я откажусь, изберу только один из путей. Я не знаю, что будет в дальнейшем. Как Господь управит, да? Да, как Господь управит. Поэтому, честно говоря, оставлять служение в храме нельзя. Для меня я вижу, что это одна из немногих возможностей вспомнить о молитве в нашем суетном мире. Для меня. Для других, может быть, по-другому, но мне нельзя оставлять. Бог есть любовь.
и нам хочется быть поближе к любви, да? А теперь я исполню песню моего друга, композитора Виктора Аграновича на стихи Константина Романова «Научи меня, Боже, любить». Пожалуйста. Научи меня, Боже, любить, всем умом тебя, всем помышлением, чтобы душу тебе посвятить и всю жизнь с каждым сердцебиением. Научи ты меня соблюдать лишь твою милосердную волю. Научи никогда не роптать на свою многотрудную долю. Пришел искупить, ты своею пречистою кровью бескорыстной глубокой любовью научи меня, Боже, научи меня, Боже, любить. Прости, Господи. Некоторые песни заставляют человека задуматься. Хочется сделать паузу, поразмышлять, немножко так замереть, для того, чтобы как бы вошла в тебя песня, и может быть, какая-то польза была бы для души. Дай Бог, чтобы вот твое творчество, вот голос, который тебе Господь дал, они вот так вот действовали на людей, чтобы пробуждали у них такие и покаянные чувства, и передавали им такие вот глубокий смысл слов поэта Константина Романова. Да, конечно, ну композиторы нам помогают в этом. Вот, больше, может быть, какие-то ваши песни я в конце концов возьму в репертуар. Если благословить. Еще никто не решался. Еще никто не решился. Да. Может быть, кто-то. Ну, дай может Бог, быть. Можно. Ну, я прошу у вас благословения тогда. Отдельно. Может, это будет очень интересно. Для меня это будет трепетное очень такое событие. Идет православный наш пост великий. Конечно, мы все в предчувствии самого главного праздника, праздников, торжества торжеств, Пасхи. Каждый год мы себя проверяем, Великий пост, что мы выросли, или мы свалились ступеньки какой-то ниже, или мы утвердились где-то. Мало. Я по себе ощущаю, что все-таки мало у нас духовной работы, мало молитвы. Могли бы мы больше. Больше жить вот именно по Евангелию, по заповедям, стараться, как-то больше в это погружаться. Я тут подумал, что надо нам, ну, так продолжать диалоги. Одной передачи мало. И трудно раскрыться за одну передачу, потому что... Ну, разное делание у человека, он может с одной стороны открыться, с другой, и в музыке тоже. Вот, давайте продолжим в будущем. Да. Мне часто, значит, в моей жизни, конечно, у меня есть помощники, а мой главный помощник – это моя супруга Наталья Русанова, с которой у нас есть много музыкального материала. Мы выступаем как дуэт Сергея и Натальи Русановой. Она является автором многих музыкальных программ. Будем рады... Да, может, пригласите. Будем рады втроем уже здесь встретиться. После Пасхи, на вашей, да, передаче. Может.
порадовать. Может быть, если даст Бог, все хорошо. Воскресшему Христу. Да. Дорогие наши зрители, на этом наша передача «Лаврские встречи» подошла к концу. С вами были священник Анатолий Першин и Сергей Русанов, русский певец, регент и хороший человек, христианин. Божьей помощи, Божьего всем благословения и ангела-хранителя на всех ваших жизненных путях. Всего вам доброго. Приятного поста.